Bunch of...
Shalom. Yezabim. Dying.
Help!
I'm here. Hang in there. Thank you.
Всем здорово. Народ, всем привет. Народ, кто-нибудь отзовитесь, я вижу человека. Я бота хочу поубивать, у меня миссия на бота. Все, не вопрос, вижу, прыгаешь. Только давай без мочила, вот тебя очень прошу. Ты заебался тут лес проходить, нахуй. Будешь, блядь, пострелять этих ботов, а в итоге, блядь, занимаешься всем другой хуйной, непонятно. А на этом кто-нибудь есть? Что такая тишина в эфире, блядь? Страшно, блядь. Так молчат. Тут кто-то уже был, блядь. Базару надо. Базару надо. Нужно, да, в меня стрелять. Что там? Что за бред? Так, вижу первичка. Это ты, наверное, который мы с тобой на винопогребе были? Надеюсь. Или ты меня хочешь убить? Это Марики пришли. Кстати, вот ни хрена не Марик даже. Да? Ну нормально, mm-hmm. Чё, я закидывала меня сегодня 17 минут цикликом. Ну, а мне периодически, я уже привык, они, то есть раз там в 4 катки закидывают там, короче, а иногда прям подряд раз 3-4 закидывают на 18, на 19. Что-то с голос тебе знакомый, кажется, мы с тобой уже общались. Никакой. Фортуна. Фортуна? Не грек. А, вот, вчера мы с тобой это, ты меня вчера поднимал. Да, может быть, да. Мы с тобой стрелялись на этих, на снайперках. ДБЛ-ку ты убил этого бота на крыше, на ангаре наверху. А я ее подмотал по-быстрому. А, понял, все. Кстати, ты ушел, получается, я пошел на компьютерную комнату на крышу, и там была точно такая же ДБЛ-ка, тоже с оптикой и вся хуйня.
Ну, кстати, я вот после вчерашнего сколько снайперов поубивал, у них вообще больше заряженного ничего нет, то есть только эти, короче. Так уже бэушные, скажем, все. Ну, раз на раз не приходится, да, бывает прям дни такие, что у них пушки одна за одной офигенные. А бывает такое, что вообще все стоковое. Рандомная, вообще рандомная штука, хер его знает, что будет. Я вот решил, не знаю, там фигня где-то бегал на вилле. Насчет мирно и не мирно, не знаю. С одним я разминулся, а, нормально. Мирно, вроде прыгает. А где? Так. Ага. Пашка, какашка. Ну ничего личного, ты меня до этого тоже убивал. Так, это светляк наверху, я вижу тебя. Это кто? Стоит за... Это я, как раз. Вот ты. Ну ничего личного, Пашка, ты меня сегодня дважды убил. А нет, ты меня убил, потом я тебя отпустил, ты вышел. Что мне с тобой делать, Пашка? Ой, ёбаный урод. Еще один Марик ушел. Не, наверх пошел тоже мирный вроде. Вот он. Ну вот нахуя ты меня сейчас убил? Я ж тебя не стрелял вообще. Да я ж не стрелял. Я бегу, прыгаю, блядь. Я ебу как такой там, что ли, или че, блядь? Вот эти вообще дохуя бегает, ебать, которые, ебать, мирные, ебать, а потом в спину пролетает нахуй от вас. Это да. Так что, блядь, потише будет. Меня сегодня три раза так в спину заебашили. Ну вот я о чем и говорю, ебать. Я не стреляю, я мирный, ебать, а потом хуя пролетела, здрасте были называется. Ты сидишь на крыше, да? Нет. Я тут же возле этих машин бегаю. А, снайпер-то. Так, это кто тут возле машины? В районе дома Одера. Не знаю. Так, чувак, я тебя вижу, ты меня видишь? Да, вижу, прыгаешь, ага. Это ж вам не в танках, блядь, где нахуй висит ник над головой. Тут хуй знает, кто такой бежит, чё бежит, блядь, прыгает он, не прыгает, блядь. Я всем прыжкам уже нихуя не верю, блядь. Не, ну я тебе говорю, я заметил, знаешь, что иностранцы, то есть, ну такие, у тех, кто там, не знаю, там, они кто тут играет, болгары всякие, там, не знаю, там, испанцы. Ага. Они вообще, короче, ну, не шарят, то есть, в этих прыжках, я так понимаю. Потому что я сколько... Да им похуй, они похуй, они доходят даже, понимаешь, орут там, русские свиньи, ебать, и пошли хуярить, ебать. Не, ну хрен, ну, знаешь, я вот, я чаще всего... Я чаще всего сталкиваюсь, русские на них орут, то есть они только по-английски пытаются объяснить, что типа, ну как бы, давайте не будем стреляться, типа, то там... Всем привет. Да, привет. Не знаю, я нарывался неоднократно на этом, на ветреной гавани до сих пор. Хватит там одна говорить!
I don't wanna die. I don't want it. I'm gonna die.
I'm dying.